На первый взгляд трава, но это будущие цветы, украшения абаканских клуб. Малышей рассаде всего несколько недель, ежедневно поливают, а теплицу проветривают. Температура внутри всегда 25 градусов. На данный момент посеяно около 260 тысяч семян. Начали мы посев в конце февраля, начале марта. Большую часть, 70%, мы уже посеяли. Осталось 30, там в апреле подсев будет, такие, которые быстро у нас зацветут. И сейчас идет стадия пикировки. После того, как у растения появляются два настоящих листка, их пересаживают отдельно, вот в такие кассеты. На самом деле делать это достаточно просто, растения непривередливы. Но потом их уже высаживают в большие стаканы, где каждому растению дается свой номер. Семена считают, чтобы знать, сколько взошло и прижилось. В этом году спецавтобаза экспериментировать не стала. Для посева выбрала традиционные цветы – петунию, сальвию, бархатцы, бегонию. Всего 45 видов цветов. Агрономы говорят, главный враг растений – вандалы. Оставляем более 6-8 тысяч цветов, чтобы подсаживать. К дню города, потому что цветы выкапывают, выдирают. Людей очень трудно приучить к красоте. Неравнодушны горожане и к вазонам. Их постоянно разбивают. Но перед посевом специалисты все ремонтируют и красят. Места для городских клумб прежние, но есть у спецавтобазы планы. Главное — найти в городском бюджете деньги. Планируем разбить цветники на кольце зоопарк. Не на улице Советская находится. То есть там полностью будет планировка. Будут убираться грунт, завозиться грунт, разравниваться. Будем рисовать рисунок и высаживать цветы. Полюбоваться на первые цветы можно будет в мае, если не раньше. Ведь нынешняя весна ранняя и теплая. Анастасия Павлова, Алексей Иванов. Новости 7 телеканал.